Что ж, дамы и господа, мы продолжаем проходить Heavy Rain. Последний раз мы в него играли 31 июля, ты тут просто представь, 3 месяца почти прошло, да, и август, сентябрь, да, почти 3 месяца, 2,5, даже больше, ну, ты понял. И раз уж сейчас такие пироги зашли с Dead by Daylight, а пироги у нас зашли хреновенькие, игра решила то, что в жопу ты не поиграешь, я буду обновляться, да, спустя час игры. А и обновление долгое. У нас не остается выбора, как играть нечто такое. Я помню... Так, насколько я помню, мы закончили со вторым испытанием, где электричество. Много. Так, я надо вспоминать управление. Так, да, блядское. Блядское управление в Heavy Rain, конечно. О. А, не тот стик. Дождь, все идет. Копов не видно, нас почти взяли копы тогда. А, нет, нас они и взяли, мы из участка убежали. Угу, сменной одежды нет. Выглядеть мы будем, конечно, так себе. Ну, это святое, ты же понимаешь, это совсем святое, как не отлить. Помоемся, помоем руки. Блин, мы же палец себе отрезали. Да, выгляжу я, конечно, хреново. У меня есть знакомый, кстати. Он прям вообще один в один похож на главного героя. У него и такая и форма лица, и цвет волос, и такая же небритость. Ну, вот всем носом, глазами. Такое ощущение, что с него рисовали, но это, конечно же, не так. Слушай, а аптечка есть? Нам бы подхилиться, потому что, смотри, герой вообще никакой. Что пишет? Готовы ли вы убить человека ради спасения сына? Брэд Сильвер, 6784, Longway Road, Лексингтон. Убейте его, пришлите фото, получите награду. Ты что, серьезно? Я этого не помню. Надо замочить чувака. Прям насмерть? Оу. Это они в таких заставках пытались показать, как они мимику лица делали. И, в принципе, детализацию. В самой этой игре не так же. Четверг, время 10.11. 11.10. Количество осадков 85 миллиметров. Манфред? 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 Ты дома? Так, ну я потихонечку вспоминаю, что мы вообще делали здесь. Эти двое продолжают расследовать, ну, ведут свое, короче, расследование всем этим убийством. Так, туда нас не пускают. Оу, Манфред. Привет, Манфред. Кто это? Скотт. Скотт Шелби. Помнишь меня? Скотт?
Вот, ты? О, конечно, помню. Ну, рад тебя видеть. Сколько лет прошло? А, да десяток, не меньше. Ну, в моем возрасте это уже не срок. Я чиню часы, но я стараюсь забыть о времени. А как ты? Все, еще в полиции? А, нет, ушел. Я теперь частный детектив. А это Лорен. Она мой друг. Добрый день. О, здравствуйте, леди. Ну, да, я в ответ говорю, я не леди, я просто проститут. Одну минутку, погодите. Где-то тут мне попадалась бутылка виски совсем недавно. Сделаешь ли мне одолжение, Скотт? Скажи мне, чтобы перезвонили ближе к вечеру. Да, разумеется. Алло? Да, Манфред здесь. Но он не может подойти. Вы не перезвоните ближе к вечеру? Спасибо. Угу. Так, с этих мы отделались. Точно ли обязательно пить? Да. Ну? За старых друзей. Будем. Взгляни вот на этот конверт. Может, ты сможешь определить, на какой машинке. Блин, я бы с ума сошел, короче, среди всех этих звуков работать, ну, вообще сидеть. Давай посмотрим. Я про часы. Не люблю тикающие часы. Ты не достанешь мне мое увеличительное стекло из-за пыла. Да, конечно. Глаза меня уже подводят. Глупо так бы сказал, зачем говорить увеличительное стекло. Посмотрим, что этот конверт может нам рассказать. Royal 5. Форма букв ETF, характерная для этой модели. Выпущена между 1907 и 1924. Несомненно. О, надо же. Нано. А кто, кроме тебя, может починить такую? Я выкупил у компании весь оставшийся запас запчастей за гроши. Лет 40 назад. Их все равно отправляли на свалку. Я и подсуетился. Так что каждый, кто здесь пользуется этой машинкой, хоть раз, да и заглядывал ко мне. Какой хитрый дед. Ведешь учет всех клиентов? О, разумеется. По крайней мере, тех, кто платит. А можно взглянуть на записи? Да, конечно. Все мои учетные книги здесь. Если вы не торопитесь, я поищу список всех клиентов, кто покупал модель Royal 5 или приносил ремонт. Да, мы будем признательны. Рад помочь. Всего пару минут, и я принесу вам весь список. Думаете, убийца был здесь? Пишущая машинка начала прошлого века. Владелец наверняка приносил ее Манфреду. Посмотрим, кто в списке. Так, она смотрит музыкальную шкатулку.
Алло? Манфред? Алло? Мы записали ваш звонок, сэр. Полиция прибудет через несколько минут. Скажите мне вашу фамилию, сэр. Сэр? Алло? О, господи. Манфреда замочили. Уже звонил в полицию. Он хочет свалить убийство на нас. Надо уходить отсюда. Как это? Мы же к этому не причастны. Нас даже рядом не было. Я должен поскорее найти Шона Марса. Не хватает только провести сутки в участке, доказывая, что я не верблюд. И что же нам делать? Смотрите за входом. А я постараюсь убрать отпечатки пальцев со всех предметов. Надо торопиться. Полиция скоро явится. Так, телефон долой. Да блин, ну какое ж тут говенное управление. Давай, 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 мужик, торопись. Ты что-то для такого дела слишком какой-то на отшибе. Так, вспомним, Лорен стояла, опершись вот сюда. Дальше мы идем вот сюда вот. Чисто случайно на лупу попал. Вообще не думал, что даже как-то задену ее. Стакан. Бутылку мы не трогали. На бутылку насрать. Не наши. Лорен, блядь, ну кто тебя просил все это трогать? Тут... Вроде бы все, да? Давай перепроверяем, еще вроде время есть. Все, валим, Лорен. Давай, чисти, бро, чисти! Давай на всякий случай бутылку вытрем. Хотя мы ее и не трогали, но давай вытрем. Мало ли чё. Все, уходим. Вы все стерли? Да. Стер, что смог. Будем надеяться, что они не вычислят. Пойдемте скорее. Да вроде все же стер. Куда мы едем? Я везу вас домой. Стало слишком опасно. Ну нет. Ачивку не дали, может быть, не все. Мы с вами напарники, таков уговор. Это не игра. Игры кончились, Лора. Манфреда убили, потому что он знал убийцу. У нас под носом, черт побери. Нет. Я боюсь, следующей жертвой можете стать вы. Я взрослая. Сама за себя в ответе. Я хочу найти убийцу сына, и вам меня не остановить. Давай, сердито. Вы будете умницей, отправитесь домой и не будете мешать расследованию. Остановите. Что? Остановите, говорят вам. Охренеть, рулёшка. Что ж ты делаешь-то?
Нельзя же так делать, ты что, мы могли разбиться нахер. Если вы не поможете мне найти убийцу, моего Джонни, я сама справлюсь. А если бы мы разбились, то кто бы Джонни нашел твоего? Пошли извиняться. Какой же я все-таки болван. Надо догнать ее. Пошли. Понимание, угрызение совести, защитить Лорен. Эта женщина упряма, как ослица. Она пойдет до конца, со мной или без меня. Пошли. Лорен! Я ж хочу тебя только защитить, ну чё ты? Мне так плохо. Так плохо без него. Я бы все отдала, чтобы еще раз обнять его. Думаю, ей сейчас не до наших извинений. Вы получили доступ к новой награде. Походу, все-таки есть. Ну, я все нашел. Четверг. Тут находится чувак, которого надо убить. Блин, ну ради сына придется кому-то и умереть. Что надо? А, мать твою. Я тысячу раз говорил, что нарики под дверью мне ни к чему. Да? Если хочешь вернуться, нужно звонить, урод. Давай. Вали. Эй. Не горячись, брат, а? Спокуха. Что хочешь? Дозу? Денег? Скажи, что хочешь, и мы сговоримся, а? А черт! Я тебя мозги выжму, сукин сын! Думал смереть в моем доме твой товар? Я тебе кишки... Воу-воу-воу, дядя, ты че? Уже бегать! Сука, наркоторговец попался, сам серьезный. Поспешил или так было запланировано? Воу! А ведь он может нас игрокнуть, походу. Воу, ни хрена ты! Тебе что хочешь? Наркоту или деньги? Нужна доза? Прошу, не убивай меня, а? У меня дети. Вот мои дочки. Это Сара. А малышка, это Синди. Прошу тебя. Я хочу вернуться к ним. Прошу. Ты, прошу, сука, наркоторговец. Блин, ну я... Не, не будем его убивать. Я тоже отец. Я не убийца. А прикинь, его так висок приложил, потому что случайно загасил.
Да. Я не помню, как ее зовут. Мы играем за самую сексапильную в этой игре. Я не убийца, получен принцип. Мэтт, это Сэм. Я выяснил, что ты просила. Владелец квартиры на Марбл-стрит, доктор Адриан Бейкер. Он бывший хирург, приторговывал наркотой по-тихому. Сколотил состояние, скупая дешевые квартиры. В числе прочих эту на Марбл-стрит. На наркоте его поймали за руку, дали несколько месяцев и лишили лицензии. Любопытно. Спасибо за информацию, Сэм. Я твой должник. И, Мэтт, поосторожнее, ладно? Я постараюсь. Потом перезвоню. Так. Владелец квартиры, где Итан отрезал себе палец, живет здесь. Не лучшая зацепка, но выбирать не приходится. Ага. Блин, жопы, смотри, задницу ей, конечно, надули знатно тут. Видимо, она любит приседать. Ой, здравствуйте. Привет. А, говорят, у вас можно достать бетропен без рецепта. Сожалею, но это не так. До свидания. Стойте. Мне правда это очень нужно. Деньги есть? Ну, сказали бы сразу. Заходите. Да-да, мужик, правильно делаешь. Знаешь, куда смотреть. Ну, так вам нужен бетропен, моя дорогая? Проблемы со сном? Много надо? Ну, не знаю. 3-4 коробки. Ну, думаю, это не проблема. Выпьете что-нибудь, компанию составите? Нет. Нет, спасибо. Алкоголь лучше не мешать с лекарствами, не так ли? Ничего, надо все-таки выпить за первую сделку. Типа он настаивает? Кажется, мы еще не встречались. Кто вас направил? Ложь, смени тему. Давай пойдем. Главное то, что я здесь, верно? Квартира клиента. Квартира. Я слышала, что вы сдаете квартиры. Это правда? Мне кажется, это я не лучше выбрал. Извините, милая. Они уже все сданы. Жаль. Мне бы что-то в районе Марбл-стрит. Вы не пьете? Нет. Я не хочу пить. Я не пью. Я за рецептом. Одну минуту. Подождите. Что-то она прям не шутя так нервничает. Меня пугает. Надо бы осмотреться тут, пока он не вернулся. Похоже, док интересуется недвижимостью, помимо всего прочего. Похоже, он прихватил солидный запас медикаментов, закрывая практику. Снотворного тут хватит на целую армию. Угу. Барыжит. Бляха-муха, спалились.
кто в ванной какой-то вообще, ну, хранит? Пописать? Нет. Давай, аккуратнее, я тут чуть не профейлился. Блин, я... Медленнее, давай, аккуратно, аккуратно. Чекаем стол. Наверняка, наверняка дичь вот тут. Блю Лагун. Музыка. Что с музыкой? Почему так тихо? Так, тут нифига больше нету. Давай пока останемся. Бежать — это не наш метод. Давай дальше осмотрим, что еще в доме есть. Оу! Маленькая проныра. Мы с тобой славно повеселимся, милая. Обещаю. Вот, блин. Знакомьтесь, Мэтью. Он тут вроде как проводил перепись. Уже задолбали эти проклятые легавые. Так, значит, вы ищете на Марбл-стрит квартиру? Я сдал одну такую Паку, если вы о нем слышали. Не знаю, зачем она ему. Видимо, развлекается там с девками из Голубой Лагуны. Не кричим, тупо кричать. Если честно, мне все равно. Платит вовремя, все бы так. Пусть развлекается. Что ж, пора бы взяться за дело. Я так люблю оперировать, что рад любой возможности попрактиковаться. Инструментов у меня нет. Использую подручные. Давай не будем кричать. Давай, давай, потерпим. Что бы взять? Может, это можно? Терпите. Фу, сука! Ты долбанный маньяк! Всегда так. Как только возьмешься за работу, непременно кто-то звонит в дверь. Я выпровожу гостя и тут же вернусь. Не скучайте, я недолго. Давай, давай, надо текать. Давай, 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 давай. Давай дальше руки, давай, давай. Я принес вам слово Господа в виде этой прекрасной Библии, которую буду счастлив получить вам за скромное пожертвование в размере. Не надо, большое спасибо. Да что вы, брат? Да. Я не могу поверить, что слово Господа безразлично. Мы его пастыря, мы следуем за ним, и вы святой Иоанн сказал им большое спасибо. Мне ничего не надо. Как может быть нужна Библия во времена ненависти и порога? Священное Писание принесет мир без любезства. Фига она. Эквилибристка, охренеть вообще. Ты твареныш. На, говнюк старый.
Ой. Ау, да, больно, неприятно. А, да, бей. Да, сука, чё за херня, я ж машу джойстиком. Бляха-муха, не видно ни шиша. Да блин, я же махал, сука. Хорошо тебе, тварь, хорошо. Получил люлей. Чувай, сикер. И я его прекрасно понимаю. Сейчас будем играть за предвестника Коннора. Умница, приз получен. За что мы получили приз умница? И ловкость рук. А, что-то припоминаю. Что тут будет? Ну, вторая половина игры, в принципе, более такая экшоновая, чем первая. Так, очечки, очечки нам тут не надеть. Эй! Оглушите мотор! Блин, я бы на его месте был с ним поаккуратнее. Норман Джейн, ФБР. Можем поговорить? Я слушаю. Зайдем внутрь. Ох уж эти дожди. Блин, ну это опасно вообще. Я ищу владельца голубой Chevrolet Malibu 8. Мне плевать, как она сюда попала. Украл ты ее или нет. Я хочу знать, кто ее купил. Прости уж, не запомнил. Башка дырявая, ничего не помню. Ах ты, козел. Попробую освежить твою память. Если выяснится, что ты продал машину человеку в розыске, ты проведешь за решеткой полжизни, малыш. Решил на понт меня взять, сосу. Не видел я тачки. Да, как тебе такое? Я ж спецагент. Кровь. Здесь-то она откуда взялась? Так. Мне кажется, стоит посмотреть вот здесь. Это кислота? Ну точно кислота. Охрененно. Пришлось заткнуть его. Так, давай, чтобы вот этого. Прямо как-нибудь вот так вот даже лучше. Руки вверх, коп.
Мне некогда с тобой в игрушки играть. Заведу тебя подальше. Ты прикончу. Давай аккуратно, надо все вообще по красоте сделать. Сука, пятница 13-я отвлекла. Прям по ногам себе сейчас ударил, короче, когда надо было мне жестью помахать. О, как все легко, когда все идеально. Не вешай лапшу на уши! Ну-ка, живо выкладывай, кому ты продал машину! Как ты, козел вонючий! Ударить, вторая попытка. Я стреляю, Джек! На тот свет захотелось? Да ладно тебе. По глазам вижу, что слабо. Арестуешь? В ногу, давай в ногу ему выстрелим. Бензин? Черт! Ты совсем долбанутый, укурок! А, черт, Джек! Все по закону, простая самозащита. Первый закон полицейского. Или ты, или тебя. Эй, эй, стой, хорош. Я, кажется, припоминаю. Не стреляй, я все тебе скажу. Я не знаю, кто этот тип. Он хотел избавиться от машины и получить типа новенькую. Платил налом. Чему лишние вопросы? Просил сообщить парню по имени Пако из Голубой Лагуны. Блин, я бы вообще настерегался. Больше нечего сказать. Мы продолжим разговор в участке. Вы арестованы. Вы имеете право хранить молчание. You're under arrest. Черт, как не кстати. Все, что вы скажете, может быть... Да у тебя проблемы. Блин, огромный такого черного цвета с татуировками, да. И да, еще я наркоман. Как? Сука, я же нажал. Чё, нариков теперь берут в ФБР, да? Носом уже нажимал. Я помогу тебе зависать с колесами, солдат великий. И навсегда. В смысле, мы... А, нет, нет, еще не убито. Не, ну а чем я должен был нажимать? Оу, оу, оу. Да тупо гудеть, давай, что-то делай, давай. Мумбу-юмбу, тряску устраивать джойстиком. Да нет, сука. Это не помогает. Давай, давай, сука, бардачок, бардачок. Идея? Что? Спокойствие. По-моему, нам писец. Хватай. Будет опасно, писец. Бро, давай, валим, валим. Я не успел. Давай, 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 давай. Умирать больно. Началась борьба. Да блин, да почему я же сделал это, сука, блядское движение? Ненавижу.
разработчики, за то, что вы придумали именно вот такое движение стиком. Блин, не респект, короче. Я же нажимал. Блять, я же нажимал! Я же сделал это вонючее движение. Блин, а он здоровый. Ему вообще как с гуся вода. Да. Отстанет меня, я тебе не дам. Не, ну он же не может быть вообще пули непробиваемым. Ага. Туда тебе и дорога, Гандон. О, представляешь, там вылезет в итоге. С другой стороны гусеница. Ах, гадость. Ой, гадость, фу, блин. Прощай, Джек. До свидания. Мастер оригами убил Манфреда? Вероятно. Не хотел, чтобы Манфред выдал его. И вы подозреваете Горди Крамера, да? О, да, или его людей. У Горди есть время и средства. Не говоря уже о желании выйти сухим из воды. Он а, да, давай дадим ей стул, это не мне, ей. Выглядит больно подозрительно. А, нет. Это ваш архив по делу? Да, составляю последние пару лет. Собрал уже гору бумаг. Журналы по оригами? Вы думаете, убийца мог выписывать их? Пока телодвижения нельзя, заслуг пока не будем садиться. У меня есть список подписчиков этих журналов за 30 лет. Он может быть среди них. Это да что? Только проверить, да, нельзя, человек. Долгая песня. Есть хочется. Давай. Нечем перекусить. Я не повар, но яичницу соорудить смогу, если хотите. Спасибо. Я... промокла и очень замерзла. Ты можешь раздеться. Можно я приму душ? Пожалуйста. Через спальню следующая дверь. А я пока что пожарю яичницу. Угу. Да, скажем так, не густо. Яйца, ты знаешь, это нечто такое универсальное. На все случаи. Случаи жизни, особенно у мужиков. А сковородочка, видимо, антипригарная, да? Раз без масла. Либо получится полная жопа. А. Только это же не яичница. В смысле, это глазунья просто. Ой, в детстве я любил газлуни сам себе мутить. Ой, глазуни, болтунья. Не, надо несколько раз.
Думаю, омлет уже готов. Ну, лучше, чем ничего. Всегда, когда тебя готовит мужик, ты можешь понимать, ну и представить, что могло бы быть хуже. Ну давай честно. Мужчина неплохо готовит. Ого-го-го. Я позволила себе взять ваш халат? Вам он идет. Эй, да это, кажется, даже можно есть. Что это? Блокнот, который я взяла у Манфреда. Тут записано, что около 30 человек покупали у него запчасти к машинкам Royal. Убийца мог быть среди них. Понимаете, чтобы проверить алиби 30 человек одного за другим, придется побегать. Но ведь мы можем сопоставить их с вашим списком. Списком подписчиков на журналы по оригами. Он же у вас здесь? Да, да. Погодите. Если убийца в самом деле чинил машинку Royal и выписывал журналы по оригами, он должен быть в обоих списках. Лорен, это лишь предположение, но... Да, пожалуй. А что такое декольте от себя оставила, имя девушка? Наверняка здесь. Помогите, мы его найдем. Тот парень, что попал в оба списка, умер в 10 лет. Что будете делать? Разроете могилу и вскроете гроб? Знаю, в этом нет смысла. Разве что убийца взял его имя. Но зачем брать имя парня, который давно умер? Вот это мы и выясним. Его звали Джон Шепард. Где-то тут должна быть его могила. Вас не собьешь, верно? Там кто-то еще горюет. Давай искать могилу Джона Шепарда. Теть, не по Джону Шепарду скучаешь? Простите, я бы хотел... О. Ничего страшного, я сам ее найду. Я смогу там пройти? Или... Простите. Я ищу могилу одного мальчика, умершего 30 лет назад. Его звали Джон Шепард. Вы случайно не знаете, где это? Детские могилы находятся в другом секторе. Спасибо. В каком? Слушай, а мы можем ускориться? Ну, видимо, не в этом. Или в этом, где женщина как раз грустит. Артур Холл. Ну вот, как раз ребенок, 25-й, 39-й, да? То есть 14 лет было мальчику. Джон Уильямс. Джилл Коллинз. Эванс. Простите, я тут ищу могилу мальчика по имени Джон Шепард. Идите прямо, здесь недалеко. Спасибо. Прямо?
Тут. Или тут уже старенькие? Не-не-не, нам туда. Вообще, мне кажется, если стоять, то она найдет нужную могилу. Мария Эдвардс. Я нашла. Молодец какая. А тут свежие цветы. Кто-то присматривает за этой могилой. Что пишут? Покойся с миром. 10 лет было мальчику. Фигурки оригами. Ни хрена себе совпадение. Бедный парень. Я его знал. Знали Джона Шепарда? Почитай, всю жизнь я тут работаю. Это случилось... В 77-м. Вроде как в октябре. О, и нас переносит. Мелюзга поганая! А ну, кыш отсюда! А ну, валите, никчемные выродки! Вернетесь не раньше, чем мать припрется с работы. Да, отец года прям. Что же нам теперь делать? Там проливной дождь. Мы промокнем до нитки, если прогуляем весь день. Ну, зато целее будем. Не сахарные, не растаем. Пойдем, поиграем. Не догонишь! Постой, мальчик! Брат, в настройки нельзя играть. А, да? Блин. Так-то лучше. Давай, давай, бро, давай, залезай. Я тебе помогу. Если сейчас на фейле он упадет, голову не расшибет себя, хотя там мягонько, по идее. Ой, фу, они ну, ржавые же, блин, ну парни, я понимаю, вас отец и так ругает, ты еще хочешь, чтобы... Мы все ржавчине испачкались. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пошевеливайся, я жду. Ну. Страх-то сколько. Ау! Так вот как паркур зарождался. Еще тот.
Я что-то не понимаю, что вообще происходит. Я хрен знает, как он это сделал. Ты представляешь, там на пальцах надо висеть. Ох уж эти Ямакаси. Офигеть, мне полосу препятствий замутили. Да блять, ну это вот. Ненавижу это движение. Стихом, смотри, игра как меня долбит. Ну, вроде приноровился. Аккуратно, не дышим. Нет, 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 нет. Блин, парень, ты можешь ускориться? Все, да, тут же все так. От. Сука. Немножко не того ожидал. Аккуратно, назад, назад. Оба. Блин, парень, ну ты чё, стой. Повезло, что на вершину упали этого говна. Сейчас играем в прятки. Ты считай до 20 и ищи меня. Ладно? Раз. Два. Три. Четыре. Настройки, когда на самом деле прикольно играть. 10. Пошли. 14. 17. 20. Читер. А ты тоже так считал, когда играл в прятки в детстве? Ну, я считал. Блин, вот к чему приводит. Приводят эти игры. Настройки детские.
Долбанный батя алкоголик, козел. Что же нам делать? Держись, Джон! Я за помощью! Ты держись! Давай скорее! Вода быстро прибывает! Я бегом! Сейчас вернусь! Но бедному мальчику никто не помог. И его брат утонул в трубе полной. А другой мальчик? Что стало с ним? Ну, я знаю, что его отобрали у родителей. Отдали другой семье. Похоже, скоро будет ливень. Пойду-ка я лучше домой. А это что, не ливень? Боже, жуткая история. Джон Шепард утонул в дождевой воде, держа брата за руку. Думаете, его брат и есть мастер оригами? Ладно, пойдемте в машину. Да. Его брат поехал, что да? Что такое? Он тот человек. Да. Это Чарльз Крам. Отец Горди? Зачем он пришел? Он кладет цветы на могилу Джона Шепарда. Вы получили доступ к новой награде. Как-то странно, да? То есть... А, вот, шеф-повар, вся. А, это все еще за то, как мы омлет готовили. Господи, за это я думал, что-нибудь другое будет. Blue Lagoon. Тем временем 10-сантиметровые осадки. И это ничего не даст? Мальчика нового нет? Нет. Никто там кадриться не хочет. Люди, расступитесь. Она как-то слишком по-деловому, мне кажется, скупо оделась. Ну, может быть, ей так нравится, ладно. Привет, красавчик. Понятно. Что ему не понравилось? Бар. Я ищу Пако. Пако Мендеса. Что? Пако Мендес. Знаете его? Еще бы. Он мой босс. Он сидит там, в IP-зале. А-а-а. Окей. Спасибо.
Бармены все нормальные типы. Я еще никогда не встречал непонимающего тебя бармена. Ой, я помню, как деньжат бармену тоже оставил такую. Ну, тогда это была нормальная для меня сумма. Была. Но она и сейчас для меня неплохая. Просто что-то вчера я с ним разговаривал, сказал, косарь ему оставил. Минут за 20, наверное, я с ним посидел, поговорил и ушел. Ну, по крайней мере, мне показалось, что 20. У меня дело, папа! Не получится. Мистер Мендес просил не беспокоить. Так, что нам делать? Ага. Ага. Девочку захотел взять. Похоже, папа любит, чтобы девочка была прелесть такая глупенькая. Значит, идем в туалет, я думаю, приводим себя в порядок. Ног. Ну, правда, ничего не изменилось. Так, сиськи. Оу. А это все? Не, подожди, я что-то еще не сделал. Давай еще более взъерошенный, хотя я не вижу разницы. Хотя нет, чуть-чуть есть разница, прям самую малость. И, естественно, больше косметики. Ну, тема с тенями выглядит, конечно, классно, но... Знаешь, как так же мерзко, как человек, который себе линзу в глаз вставляет. Я знаю, я в линзах хожу. Что-нибудь еще надо сделать? Конечно же, помаду. Оу, 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 оу. А если постоянно фейлить маски помадой, то что из этого получится? Как ты видел, она ее не стирает. Еще что-то? Ага, у нас есть ствол. Ну, пошли покорять мир. Надо было сразу так в таком виде идти, а что-то она пошла как это, как будто в офис. Ну и кто тут королева танцпола? Облизываешься, да?
Так ты давай иди отсюда. Эй, ты! Тебе повезло, киса. Босс зовет тебя за свой стол. Спасибо, что ты приняла мое приглашение. Впервые тут, киса? Думаю, я бы тебя непременно заметил. Меня зовут Пако. А тебя? Мэдисон. Я Мэдисон. А, ты мне нравишься, Мэдисон. Я прямо-таки воспылал страстью. Может, мы с вами переберемся в место более... Ведь вовне Стилавина напоминает. О, ну конечно. Киса, пойдем-ка. Где он? Подожди меня, ну... Кинул кису. Направлю на него пистолет, все узнаю и смоюсь, пока он не поднимет тревогу. Все будет в полном порядке. Все будет в полном порядке. Действительно будет неплохо. Ну, добро пожаловать в мое царство. В царство садомии. Охрень тут тихо. Дай сюда. Она нам сейчас ни к чему. Конфетка. Ну, покажи, на что ты способна. Раздевайся. Медленно. Не стесняйся, детка. А выпьем. Можно мне выпить? Знаешь, чтобы расслабиться. Сломать лед. Ну, лед давно уже сломан, красавица. Иди сюда. Давай. Раздевайся. Может, сначала поговорим? О, нет. Чего языком почесать, киса? Я наболтался. Ну, порадуй меня. Фига, у него колец на пальцах. Простите, я боюсь, мы друг друга не поняли. Слушайте, я пойду, хорошо? В другой раз. О, это отвратительная фраза, в другой раз. Нет, это ты немного не поняла, детка. Довольно тянуть время. Да или нет, Сай? Я никогда не принимаю отказов. Серьезно? Ему сейчас выйти любую другую какую-нибудь взять. Блин, ну вверх или вниз? Давай, ну сверху, классика. Идея. Думай, должно же быть решение. Прощение, время. Торопись, Мэдисон. Время дорого. Блять, лампа на какой? Лампа. Только бы удалось схватить ее. Что за херня-то? Как это сделать? А, это типа надо было медленно танцевать.
сладкая детка. Эти холмы... Ствол, возьми ствол. Вот что значит надрать задницу. Я умница. Так, второй акт. Посмотрим, как запоет наш мачо. Сейчас, секунду, и я вернусь. Так, ну что, продолжаем мужика насиловать, да? Давай проснись, тряпка. Тряпка, просыпайся. Вот так вот хорошо. Че, отвык от того, что тебя бьют? Только пикни. Пуля в лоб. Понял? Черт, что тебе нужно? Ты снял квартиру на Марбл-стрит. Ой, фоточки. Объясни, зачем. Квартиру? Какую еще к черту квартиру? Думаешь, взяла за яйца, леди? Попадешься ты мне, жопу порву. Ах ты, сука, убью тебя! А мужик-то не промах? Все хорошо? Давай приоткроем дверь. Ой, а у него усы, борода. Да? Где Пако? Простите, он не может сейчас подойти сам. У него руки связаны. О, я понял. Он сидит и думает, вот придурок. Ну что ж, спасибо за отличную идею, Пака. Теперь ты заговоришь. Что ты делаешь? Хватит! Хватит! Я только начала. Могу продолжить. За что? Я ни разу не был в той квартире. Лучше бы я тебя убил, суку, в доме того маньяка. Который искал квартиру. Он заплатил. Как его звали? Он не назвался, клянусь. Шепард! Его зовут Джон Шепард. Я все сказал, клянусь! Вот, не так-то трудно, верно? Жаль прерывать романтический вечер, но мне пора бежать. Увидимся, мой мачо. Блин, на тебя на улице никто не нападет вообще в таком виде. Надо выбираться. Как же болит голова.
Не скучай, солдатик. Ой, бляха-муха, выход же там. Мне кажется, время не терпит. Давай, давай, пробирайся. Да толкай ты этих выродков. А, мужик, ну что-то я не... Ох, пробились. Прям вы квест сквозь людей пробиться. Как будто в метро в час пик. Детектив. Я пришел к Паку. Пако? Нет здесь никакого Пака, чувак. Вали. Вы абсолютно уверены? Он в кабинете. Как корочка офицера ФБР все меняет. Ты напугал. Не слышал, как ты вошел. Вечером явилась. Что за херня? Интересовалась у меня квартирой на Маркет-стрит. Не знаю, что ты там делаешь, знать не хочу. Но так или иначе, это привлекает внимание. Вот и все, хана. Свидетелю хана. Да что нам настукивать, мы же так все знаем. Угу. А где выходное отверстие, кстати? Мы бы сзади должны были видеть дырку в его голове, большую, чем спереди. Опять давай, экшон, экшон. Же, офигеть, он здоровый! Аккуратно. Что-то мы вообще не какие-то, ну, ни о чем, короче. Ага, мужик, ты куда? Или он погодь, нас сбивает. О, блин, он нас сбивать идет. А, нет, хочет идти. Да постой. Что, охранник ничего, нет? Был ли Пако знаком с этим парнем? Прости, не понимаю, по-вашему.
Мы как минимум очки наши там забыли. Так, ствол. Пепельница? Мэдисон Пейдж. Что она здесь делала? Нифига, он так легко ее вычислил. Обалденно. Не-не-не-не-не-не-не, ошибся, ну... Да, конечно, тут все. Представляешь, сколько воды вытекло. Снова Мэдисон Пейдж. Она может быть свидетелем. Да, Мэдисон, конечно, это зря наследила. И у нас не было шансов вообще что-либо с ней сделать. Воу. Пуля точно между глаз. Мгновенная смерть. Пако Мендес не святоша. Список судимостей с телефонный справочник. Убийца здесь что-то искал. А это что на стене? Что это и как мне это найти? Блин, если бы тут еще были персонажи управляемые. А, это... Пыльца орхидеи. Чертов мастер оригами. God damn. Bastard. Мне кажется, с лампой можно взаимодействовать. Да. А как эти очки распознают, где улики, а где нет? Непонятно, да? Воу! 45-й калибр, полуавтоматический. Мой. А, нет. Это Сол Мэдисон? А, нет, не, не, Сол Мэдисон, вот. Да блин, ну... Я манал, вот это управление в этой игре, я манал. Он не хочет обращать внимание на оружие. И что, серьезно, никакого этого ответа? Ствол! Да возьми, посмотри на этот чертов ствол. Его карман. Я оторвал его в драке. Два чека с одной заправки. Занятно. Сука, посмотри на ствол на полу. А, это 45-й калибр.
Ладно, мне кажется, теперь все. Пошли. Больше ловить нечего. Да блин, ну, девушки, ну пожалуйста, расступитесь. Слушай, а может быть можно было еще сейчас найти? Ну ладно. Мы выяснили главное, что там была Мэдисон Пейдж. То, что там был мастер оригами. И мы знаем теперь два чека с одной и той же заправки. Что вводит на мысль, что это где-то рядом с его либо домом, либо местом парковки. Итан, что случилось? Я не смог. Я должен был убить его ради Шона. И я не сумел. Ты не мастер оригами, Итан. Ты не совершал эти убийства. Это точно. Что это меняет? Главное сейчас спасти Шона. Конечно, поцеловать. Изранен, но все еще боец. А мне казалось, молния сверху вниз расстегивается, а не снизу вверх. Ну да ладно. Этот момент требует особого навыка. А получилось? А что не на кровать-то?
О, да, вот это вот прям момент. Особенно, знаешь, когда у тебя рука затекает. Ладно, на этой прекрасной сексуальной ноте я предлагаю на сегодня стрим закончить. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, на канал на Ютубе. Еще будет много интересных видео. Это видео я теперь уже, ну, эту игру я уже точно теперь допройду только для Ютуб-канала. 100%. Все, всем спасибо и пока-пока-пока, до завтра.